fem. Og fyllin kvart eigi minna en sjö skiptipinn. Hún verður þungur í skóð. Ef njóslagmenn hersins skiknast inn, segir ekkert. Við munum þurfa meiri tíma hvort að heldur sé. Они везут снег для пира и сами строят себе дом. Какие щедрые гости.
вышел так. Я понял, не круто. Он все быстро. Ты явился как раз вовремя. Уже празднуем Сигблад? Дни стали длинней, а по ночам тепло и горят костры. Значит, наконец пришло время набега. Нам еще предстоит собрать подношения богам, чтобы снискать их милость. С ней придут тихие воды, сильные ветры и добыча. Гуннар верно кует оружие и доспехи. Да, и он сказал, ему нужна помощь. Так что Свинда уже поставила кузницу у площадки для боев. Но для победы мало владеть оружием. Нужно заботиться и об остроте ума. Интересно, как ты предлагаешь это делать? Я бы все тебе здесь показала, но мне нужно собрать свои подношения. Поспрашивай, не нужна ли кому помощь? Может, принесешь какую-нибудь пользу? Я ведь и так ее приношу. О, и не забудь заглянуть к Норвиду. Но сначала возьми этот факел, и да начнется Сигблот! Мне нужна твоя помощь, Тюнин. Осторожнее, бабушка. Что-то рухнуло с неба с такой силой, словно его швырнул сам Один. Если бы он обладал подобной силой, нам ничего не грозит. Но взгляни-ка, что это открылось в склоне горы? Похоже на дверь. Если это так, возможно, за ней то, что я ищу давным-давно. Будь так добр, помоги мне, Дрэнк. Я Эйвор из клана Ворона. Хотелось бы сперва знать, насколько добрым придется быть. Дашь ли ты мне приют, Эйвор из клана Ворона, пока я изучаю эту дверь? Я редко даю приют тем, с кем я не знаком. Меня зовут Хильдеран.
Отныне мы знакомы, верно? Прошу тебя, если я права, это врата Фрейя. Позволь мне остаться, и я помогу тебе найти сокровища, что сокрыты там. Хорошо. Я дам тебе клочок земли и припасы, добытые в набеге, чтобы построить дом. Спасибо за доброту. Да хранят тебя боги. Я добр, но отнюдь не глуп. Все здесь трудятся ради общего блага. Придется и тебе. Это справедливо, и я охотно подчинюсь. Эйвор добрый. Добро пожаловать. Нравится? Ты здесь славно устроилась. Но как все это поможет открыть каменную дверь? Это статуя Фрейи. Нам понадобится ее милость, чтобы добраться до сокровищ. Ага, нам понадобится. Поверь, Эйвор, скрытое за той дверью дорогого стоит. Иди сюда. Чтобы снискать милость Фрейи, нужен бой. Смешно. Я подумал, ты вызываешь меня на бой. Я могу за себя постоять. Я не могу с тобой драться. Я же убью тебя. Попробуй. Нападай. Теперь вставай и посвятим поединок Фрейе. Ты сильнее, Эйвор! Вот. Сражайся в полную силу. Старуха дерется, как юный йомсвикинг. Ты не стараешься. Ты можешь лучше. Ты открываешься для ударов. Субтитры сделал DimaTorzok.
теперь смотри. Это за чары? Ты дерешься, словно разъяренный берсерк. Я научу тебя этому. Но сперва бой! Это не мое оружие. Ты уже подбираешь оправдание, Дрэк? Ты дерешься с яростью, невиданной в Мерсии. Я и тебя научу так драться. Такое возможно. Угомони свой ум. Хватит, славный бой. Я много видал чудес, но такое, что за чары тебе подвластны, чтобы провидица так сражалась. Я не провидица. Вот я перед тобой. Старая воительница с парой секретов. Если это были не чары, то что же? Это боевая медитация. Ты вступил в Хукхейм, пространство рассудка. Это тайное искусство, открытое немногим. Ты сможешь без страха бить в полную силу. И тебе открыта эта тайна? А, так теперь ты позволишь мне остаться? Охотно. Расскажи, а зачем нужен этот амулет? Это сосуд. Его следует наполнить силой, рожденной в битве. Но это возможно только близ такой статуи богини. Их немало в Мерсии. У меня есть еще вопросы. И ты получишь ответы. Но сперва найди ту статую, что я отметила на карте. Начни медитировать около нее. Амулет перенесет тебя в Хукхейм. А что потом, когда я закончу обучение? Возвращайся ко мне. Что ж, ладно. Ты знаешь Валку? Чем-то ты напоминаешь мне ее. Ступай. Добрый Эйвор, и учись. Thank you.
эту девушку приземно придушить? Не рано ли ей в набеге? Разве они вон? Хороший меч. Все готово? Пир должен удастся на славу. Да, мы должны преуспеть. Брат Волка! Добро пожаловать в Рейвенсторп. Я Эйвор. Но ты, кажется, это уже знаешь. Да, тебя многие знают. Я Тока Синриксдоттер. А этого зануду Франка зовут Пьер. Он мой помощник. Мы посланы к тебе Сигфредом из Франкии, прославленным воином и конунгом тамошних норманов. Я смотрю, вы здесь быстро освоились. Это было нетрудно. Удивительно, как много вы тут сделали. Мы только рады построить дом для гостей. И мы привезли из Франкии новые яства для твоего стола. Даже пряное вино, если ты его любишь. Весьма щедро. Иные сказали бы, слишком щедро. Пусть это будет знаком дружбы от моего дяди Сигфреда. От клана к клану. Узнай люди, что я отменил пир, и прольется кровь. Так что я приму этот дар. О, это честь для нас. Рейвенсторп похож на Франкию, какой она была прежде. Я была бы рада бывать здесь чаще. Милости просим. Однако никто не приносит дары просто так. Я жду, чего же ты у меня попросишь. Не зря ты славишься проницательностью. Буду рада услышать твой совет под добрый эль. Может, начнем? Что ж, посмотрим, так ли хороша ваша франкская снять. Начнем, пир! Как можно предпочесть Эльвину? Мон Дье, так и не верится. Норманы, может, и бьют франков на поле боя, но нашему вину в мире нет равных. Мне все равно, что пить, лишь бы пьянило. Какая неразборчивость. Хочу тебе кое-что показать. Здесь, в Англии, я не раз добывала мечи в набегах и битвах. Этот я взяла на Хольмганге у двух братьев Олухов в Восточной Англии. Он невелик, но все равно великолепен. Значит, вы объехали все уголки этой земли, прежде чем явиться в Рейвенсторп. Для чего? Надеюсь найти много славных бойцов, чтобы вместе ходить в набеги вверх по Сене. И кто успел выслушать тебя? Многие. Ярл Хеминг, Гутрум и сам Хальфдан. Париж будет осажден. А потом мы добудем столько сокровищ, золота и серебра, сколько еще не видала Англия. Дай угадаю, кто из ярлов готов идти с тобой грабить и осаждать франков. Никто. Они просто не в силах представить себе столько добычи. Что тебе нужно на самом деле? Все, что я сказала, правда. Но есть еще кое-что. Во Франкии восстает новая сила. Какая сила? Земли франков объединились и возглавил их один король, Карл Толстый. Собрав много сил, Карл медленно начал наступать на нормандские поселения в тех краях. Убил моего отца и сжег мою деревню. Мне жаль твоего отца и жаль деревню. Но здесь у нас и своих бед хватает. Пока Карл Толстой у власти, бед у вас будет все больше. Добившись своего во Франкии, он придет и в Англию. Карл придет за тобой и твоим кланом. Его войско растет день ото дня. С ним придут рыцари и солдаты, а не пахари и ткачи вроде ваших. Если клан Ворона согласится, чего ты потребуешь?
Наш конунг Сигфред готовится осадить Париж и припугнуть франков, чтобы они оставили нас в покое. А потом наши дракары уйдут полные добычи. Мои лазутчики подтверждают рассказ Токи. Но до сих пор я считала, что мы не должны вмешиваться. А что ты скажешь теперь? Если король Карл обезумел и рвется в Англию, нужно действовать. Сигфред – вождь викингов в землях франков. Объединившись, мы сможем дать отпор этому новому королю. Я могу сам найти этого Карла. И если он не заключит мир, я его убью. Дело ведь не в этом короле. Убьем одного, придет другой. А если его убьет викинг из Англии, франки высадятся на нашем берегу еще раньше. Что ж, посмотрим, кого во франки убивать, а с кем искать союза. Возможно, с сильным королем будет проще договориться. Покажи мне меч. Хочу полюбоваться работой. Нет, я его украл, и он мой. Ладно, не покажешь мне его сам, отберу силой. Готовься, Пьер. Вызываю тебя на Хольмган. Довольно. Тока, ты пришла искать помощи против франкской угрозы, и клан Ворона ответит на твой зов. Правда? Правда? Клянусь, ты не пожалеешь. Как будешь готов, найди Пьера, и мы сразу отплывем во Франкию. Спасибо. Голова. Лучше б я пил эль. Надо найти Пьера, когда я буду готов плыть во Франкию. Брат Волка, и у тебя голова раскалывается. Ну и ночка. Но нам нужно спешить во Франкию. Пьер. Мы готовы плыть во Франкию, а ты как? Я готов. Франки, край Карла Великого и горечь побед Рагнара, что добыл в Париже много серебра и много бед. А ныне новый король не только ведет франков на бой с норманами, но и засматривается на Англию. Я не позволю этому безумцу пойти войной на нас, а он уже собирает войско. И воронье каркает над Парижем. Вот наша Франкия! И все? А я думал, Карл устроит нам пышную встречу. Поверь, брат Волка, ты скоро испробуешь на себе его радушие. Это дело рук Карла? Мы все тут постарались.
Боги. Вот что он готовит Рейвенсторпу. Увы. Мы почти на месте. Но Париж на дракарах не пройти. Реку преграждают мосты франков. Мы живем далеко от берега. Отсюда поедем верхом. Остальные пойдут пешком. Нужно ли опасаться засады? Не так близко к воде. И точно не ночью. Сигфред тут славно потрудился. Я прослежу за разгрузкой, а вы поезжайте. Спасибо, Пьер. Да, Эйвор. Нам надо кое-что обсудить, когда я приеду в Миллион. Удачно доехать. Седло! Здесь недалеко. Что я скажу Сигфреду? Он велел мне добыть топоры. Ведь я должна стать Ярлсконой. А я опять не справилась. Не все зависит от тебя, Тока. Ярлам все видится в свете их забот. Мне бы крепкий эль да славный бой. Что еще нужно? Лазутчики франков. Они стали часто тут появляться. Что, по-твоему, это значит, Эйвор? Что Сигфреду придется потрудиться еще? Сигфреду придется трудиться, пока тут не останется франков. Лазутчики шныряют здесь с тех пор, как Карл вытеснил нас с севера. Он неотступно преследует вас. Ты можешь стать Ярлсконой раньше, чем ожидаешь, Тока. Боюсь, я не создана для этого. Вон наш длинный дом. Почти приехали. Меня не было. А ведь я надеялась вернуться с войском. Надо найти Сигфреда. Тока, ты вернулась? Надеюсь, все удалось? Когда прибудут те, кого ты привела? Мне нужен Сигфред. Конечно. Что ж, ты найдешь его там же, где всегда. О, да. Он стоит над курганами и смотрит в туманную даль. Как обычно, по утрам. Сюда. Курганы. Синрик, мой отец, лежит здесь, как и другие. Пойдем. Ты
Ты знаешь, здесь царит настоящий покой. Эта земля прекрасна, если бы только на ней не было франков. А вот и Сигфрид. Иди вперед. Он будет недоволен, что я привела так мало союзников. Сигфрид. Это ты, брат Волка? Хорошо. Ты знал, что это я? Пьер предупредил меня. Твой топор... бесценный союзник. Говорят, и твой топор трудится неустанно. Да, я убил многих, открыто и в честном бою. Как велит нам Один. Так заведено. У нас, но не у них. Франки вытащили ярла Синрика из постели и зарезали, как труса. И даже не похоронили. Просто бросили на съедение зверям. Я насыпал для него курган. Ты хочешь, чтобы я сражался на твоей стороне? Здесь нет сторон. Только долг крови и месть, и Хельхейм для тех, кто разрубит мой топор. Насколько опасны франки? Чего они хотят? Неужели не ясно? Убить нас всех, как Синрика, позорно и подло. Но я покажу им, что такое честь. А теперь нас ждет пир, и я расскажу, что сделаю с Парижем. Это Видар. Самый благородный конь, какого я знал. Бог отмщения? Славное имя. Многие франки нашли смерть от его железных копыт. Он ненавидит их так же сильно, как я. Что за фигурку ты оставил на кургане? Синрик выиграл ее у меня на Хольмганге. Когда мы были детьми. Это Эйктюрнир, что стоит на крыше Вальгалы. Он и мертвым сжимал ее в руке. По ней я и опознал его, ведь до него добрались дикие звери. Это будет величайший набег с тех пор, как Рагнар взял Париж и привел Хорику полные дракары серебра. Мы наполним сундуки серебром, а кубки медом. Кровь и слава! Сколь! Дело не только в серебре, Тока. Он не любит, когда ему мешают есть. Знаешь, ведь Рагнар привез с собой не только серебро. Не только? А что еще? Мечи? Драгоценности? Вино? Рассказ о мертвом святом, защищавшем Париж. Потрясенный Хорик отпустил христиан и казнил своих воинов. Правда? Да, слава в этом немного. Вот день! О котором сказал Господь, я предам врага твоего
в руки твои и сделаешь с ним что тебе угодно. Язычников убить! Мне нужна голова Сигфрида и еще этого. Соплячку можете отпустить. Кого? Епископ Энгельвин. Нынче славный вечер. Проклятие. Не стоит привлекать внимание. Даже верхом сражаться легче. Это их не спасет. Энгельвин. Сигфрид, стой! Что он тебе сказал? Тока, займись ранеными и найди стражу. Они должны были предупредить нас. Я же говорю, он не любит, когда ему мешают есть. Мертвого врага не допросишь. Шальному сердцу нужен зрелый ум. О, славно сказано. Куда помчался Сигфрид? Думаю, за епископом Энгельвином. Сигфрид ненавидит его пуще всех. Это он убил Синрика. Его побратима и твоего отца. Мне жаль только. Все по-прежнему. Нападения даже участились, как ты видишь. Рандви была права. Нельзя, чтобы эта война пришла в Рейвенсторп. Ты что, убедишь короля франков сдаться? Иначе тебе придется перебить всех его солдат. Я встречусь с Карлом и уговорю его начать переговоры. С Карлом? Этот жирный трус ударит в спину, едва ты отвернешься. Чем раньше убить предателя, тем лучше. Дело не в том или ином короле, Тока. Мне нужна встреча с Карлом ради моего клана. Может, ты и прав, но переубеждать тебе придется вовсе не меня. Если ты убьешь Энгельвина, Сигфрид поможет тебе в поисках Карла. Вот это речь Ярлскон и Тока. Наши люди дважды выследили Энгельвина в трущобах на юге Парижа. Наверняка Сигфрид отправился туда. Я найду Сигфрида там и вернусь, когда Энгельвин будет мертв, а потом за Карлом. Эйва, сюда, сюда! Пьер, зачем тебе все это? Думаю, мы поймем друг друга. Ты хочешь сладить с франками, что ненавидят норманов, а я хочу денег. Что-то я не вижу связи. Я имею дело с отчаянными людьми, которым опостырил хаос, охвативший Франкию при Карле. Увы, их мало. Верные трону хорошо вооружены, и драться с ними дураков нет. Ты сам не веришь в своих друзей? Я нет, но они в себя верят. Тут ты мне и пригодишься. Помоги им, и я щедро тебя награжу. Странно, ты помогаешь им, но считаешь, что их ждет провал? Кто я, по-твоему? Разве не жестоко лишать их надежды, которой они живут? А еще тут можно заработать. Только дурак от такого отмахнется. Ну, чего желаешь? Что ты предложишь?
уже. Удачи, Эйва. Yeah.